Церемония открытия первого регионального чемпионата для людей с инвалидностью «Обилимпик» состоялась в Дагестане. За право называть себя лучшим молодым специалистом борются около 40 претендентов по 5 компетенциям. Подробнее расскажет Ларяна Шамхалаева. Движение «Обилимпикс», основанное в Японии в 1970-х годах, пришло в Россию впервые в 2014-м. А сегодня в Дагестане впервые проходит первый региональный чемпионат «Обилимпикс». Массажисты, переводчики, программисты, ювелиры. «Обилимпикс» – это уникальная площадка, где люди с инвалидностью могут доказать, что их возможности на самом деле совсем не ограничены. Движение «Обилимпикс» – это шанс для претендента найти работу, а для работодателя обрести квалифицированного работника. Конечно же, одной из главных задач, главных целей регионального чемпионата – это формирование общедоступной платформы, благодаря которым школьники, студенты с ограниченными возможностями здоровья познакомятся с различными профессиями и специальностями. Футболист сборной команды Дагестана по мини-футболу Б1 для слепых Мурат Умаров признается, что главное в этих соревнованиях отнюдь не победа. Для меня этот фестиваль является очень важным, так как в первую очередь хотелось бы, чтобы у меня появилось побольше качественных, хороших партнеров по команде, так как этот футбол развивается всего лишь 2 года, и не все о нем знают. На конкурсных площадках люди с инвалидностью демонстрируют свои профессиональные способности. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь? Вот, это сумах. Сейчас, в данный момент, я делаю петушки. Это называется петушки. Это основной рисунок. Так вот. Через сколько времени ты закончишь эту работу? Ну, я только как начала, не знаю, пока что. Много времени уходит? Ну, да. Но какими бы дружелюбными ни казались участники, это чемпионат по рабочим профессиям. И все конкурсанты оцениваются приглашенными специалистами, как и положено на соревнованиях. Проводится чемпионат по 5 компетенциям. Этот чемпионат проводится для того, чтобы победители участвовали в общероссийском конкурсе, чемпионате «Обилимпикс». И проводится по 5 компетенциям. Каждая компетенция, она предполагает определенное количество баллов. Участники, набравшие наибольшее количество очков, представят Дагестан на общероссийском конкурсе «Обилимпикс». Сегодняшнее мероприятие подарит этим участникам прежде всего надежду на то, на светлое будущее, на возможность трудоустроиться, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы помочь им в этом. Закрытие чемпионата и награждение победителей пройдет 4 октября на территории детско-юношеской спортивной школы «Энергия» в городе Каспийск. Лариана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Каспийск».